Это лучшая лига мира. Это чудо чудное. Это Балтика Калининград против СКА Хабаровска. Удивительный, эксклюзивный, исторический под таким дождем матч с географической точки зрения. И хочется, чтобы таким же он стал и в футбольном плане. Глубокая ночь. И вот такой матч. Обратный отчет. Последний матч игрового дня. Завтра еще одна игра. И все, первый круг будет завершен. Итак, Балтика против СКА. Балтика Калининград, СКА Хабаровск. Крайние точки на карте страны. Ну, там еще, понятно, Владивосток есть. И Максим начал этот сезон, выйдя в 11-м туре. Класс! Забивать в дальней моментище. Но вне игры поднята рука арбитров. Все очень интересно, вкусно. Смотрибельно. Вынос. Лисакович на подборе. И снова Махамат. И влетает мяч в ворота! 9-я минута. Балтика. Первый угловой с правого края. И Амир Махамат. Подача Пряхина. Вынос Гангадзе. Это Лисакович поборолся. И Махамат своей левой зрячей. Мимо. Мимо Имамова. Точно в створ. Был ли рикошет? Смотрим. Подстроился. Нет, нет. А вот грудью кто-то, да, Журавлев? Справа здорово Гаджимурадов. Штрафной разобрался. И в ближний. Но здесь стена под названием Бориско. Прострел. Алиев отскакивает. Першин. Першин. А вот такие-то удары сегодня под таким дождем должны быть обязательно. Мяч мокрый, поле скользкое. Интереснейшая тоже будет дуэль. Халимбеков, Махамат. И кто там еще на бровке включаться будет. Ему вручили приз за победу над черноморцем. Так это он и бил Гаджимурадова. Сколько людей едва ли не на линии ворот располагаются. Имамову мешая. Вынос. И повтор едва не случился. Вот не подбирает СКА эти мячи, а это очень важно. Удар Быкова, который приходит раз за разом на эти стандарты. И всегда это таит угрозу. Самая сбивающая команда лучшей лиги мира последних недель. Момент. Пряхин рядышком с дальней. Хорош Серега. И в последних матчах вообще ведет игру воспитанник Академии ЦСКА. Штанга! Вот это стандарт, который мог стать ответом на гол Махамада, также забитый после углового. Ах ты ж! Может быть, тоже надо было пробить, попробовать в ближний верх. Ну, там все виднее, конечно, мяч прилетает от спины, такое ощущение сейчас Юрия Ковалева к Имамову, кое-что сделав. Атака Пряхин, Имамов! Сантиметры, мама Имамов, дорогая. Ни одного гола не забил. Три желтые карточки, одна передача. Удар. Это Саус, Имамов. Мокрый мяч, мокрый мяч. Надо бить, надо пробовать. Стефанович летел стервятником на добивание. Он только раз в этом сезоне появлялся в старте в матче против родного КамАЗа. Стефанович! Забивать нужно! Второй мяч мимо дальнего угла катит. Рядом, рядом Балтика. Ну вот за такие вещи, на самом-то деле, конечно, как правило, футбол наказывает. Все делал верно, в дальний угол, низом. Сантиметры какие-то у красно-синих. Бориско играет, мяч скользкий, все это опасно. Петров. Этот может что-нибудь придумать. Штанга, а что там показывает фаул? Интересно было, да, тут Воротынов пришел. Похожий момент был. Показали нам сейчас, что, где гол-то. Будет защита, да. Вот за повтором осталось все вне кадра. Только влетающий в ворота мяч. Подача похожая
Теперь уже перекладина и добивание. И кто в конце концов? Тут ощущение, что от Мирошниченко мяч в ворота влетел. Петров, его левая, красавец. Ну вот он знает и Мамова хорошо, и как подавать нужно. Выбивал Быков и попал, мне кажется, в Мирошниченко. Удар Бориско справляется со второго раза. Так по-волейбольному сыграл. Но самое-то главное, что мяч в руках. СКА сегодня проигрывает. Свисток Владимира Фалова, рефери из Москвы, тяжелый матч. Поздравляем мы Талалаева, 3 очка, догоняют они Торпедо.